tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see it in your eyes, but no one has achieved. She's my girl, my super girl. When she said it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. Super girls don't cry. Привет, меня зовут Аслан Тускаев, и сегодня меня пригласили ребята из Rix Remix, чтобы исполнить одну из своих песен. И это будет одна авторская песня, естественно. С этой песней я победил на студенческой весне, она многое для меня значит. Называется «Moving On». С ней я также выступал в Москве, в Уфе, в Казани. То есть это такая очень важная личная песня для меня, поэтому я исполню ее для вас под акустику. Она о том, что нужно стремиться вперед, несмотря ни на что. Она на английском языке. Музыкой я занимаюсь уже давно. Раньше я играл в группе, писали тоже свои песни, исполняли кавер. Но потом я ушел из группы и начал уже писать сам, записывать все сам. То есть сейчас я в таком творческом плавании, что ли, можно сказать, один. Записываю эти песни, одному намного проще. Сейчас на данный момент нигде не выступаю. То есть получилось, что я выступал по студенческой теме сейчас и ездил по фестивалям и так далее. Ну, я репетирую с группой, мы готовим некую программу. Надеемся, что получится выступить. Не буду говорить где, но думаю, надеюсь, у меня все получится. Я просто получаю удовольствие от музыки, и все, это самое главное. Я не думаю о деньгах и так далее. Это вообще, по-моему, в творческом плане. Однажды это меня сгубило, можно так сказать. И сейчас я уже на это вообще не обращаю внимания. Стараюсь просто сконцентрироваться на музыке, на словах, на подаче. И поэтому я просто пишу, и все. Планы. Планы – это, блин, самый сложный вопрос. Какие у тебя планы? Что ты там на будущее? Мечта и так далее. Это все очень сложно. Не знаю. Опять же, я повторюсь, я просто делаю, что мне сейчас нравится. Что будет в будущем, что будет завтра, я не знаю. Когда я начал писать свои песни, это была для меня неожиданность. И посмотрим. Просто буду получать кайф, и все. А сегодня я участвую в проекте Rix Remix на канале Media 15. So hard.